Предупреждение об утечке данных для подвергшихся шантажу клиентов банка Valartis. Не платите 10% от остатка на вашем счете киберпреступникам. Здравствуйте, это Энцо Капуто из SwissBankingLawyers.com. В последние дни я получил несколько звонков с просьбой о помощи от российских и немецких клиентов. Их шантажируют тремя разными письмами, полученными от киберпреступников и хакеров. Те просят заплатить 10% от остатка на счете в биткоинах. Не ведите переговоров с преступниками. Они не удалят вас из списка. На данном этапе мы не знаем, какая информация находится в руках у хакеров. Открыты уголовные производства в отношении этих киберпреступников. У вас, как у жертвы, есть особые права. У вас есть доступ к уголовному делу, и мы можем узнать, чем они обладают. Мы защитим вас и остановим любое раскрытие данных третьим лицам, включая власти. Это вымогательство. Вымогательство является серьезным преступлением. По международному законодательству результаты неправомерного расследования не могут использоваться в судебном разбирательстве. Результат уголовно наказуемого деяния не может быть использован против вас. Если вы являетесь жертвой и если вы подвергаетесь шантажу, поднимите трубку телефона и позвоните мне сейчас по номеру 00-41-79-790-44-44. Будьте богаты и оставайтесь богатыми. Хорошего дня!